Приветствую вас, подписчики канала Farnax Film. Сегодня мы будем готовить на природе блины. Для этого у меня есть шикарная печь, печь-казанок от компании Sten, которую они любезно предоставили в наше пользование. Подписывайтесь на наши социальные сети, ведь там мы тоже публикуем очень интересные материалы. Но сегодня мы будем прожигать печь и будем готовить на ней блины. Масса этой печи в собранном виде 25 килограммов. Можно ее одному даже легко выгрузить из багажника автомобиля. Уже вижу здесь несколько модулей дымохода. Вот даже такая кочерга идет в комплекте. Модуль дымохода со встроенной заслонкой. Пришла пора приделать ноги этой печи. Сюда нужно прикручивать ножки. Осталось прикрепить колено дымохода. Задвижка, которой можно регулировать интенсивность пламени. Устанавливаем. Водружаем корону на печь-казанок. Печь можно использовать вот в таком виде. Это печь под казан. А если вы планируете использовать казаны меньшего объема, например, 8-литровый, то можно использовать уже чугунную плиту, которую нужно докупить отдельно. Также на этой плите можно готовить в кастрюльках, чайниках. Можно сварить глинтвейн, как мы с вами делали недавно. А можно пожарить блины, как мы будем делать сегодня. Печь будет поддымливать около часа. Именно вот за это время все масла, технические масла, которые находятся в составе краски, которой был покрыт металл, они выгорят, и краска примет окончательные свои свойства. До этого времени она не закреплена, и ее можно легко поцарапать. Но мы печь собрали аккуратно, установили и прокаливаем ее сейчас. Печь прокалилась, дыма почти нет, и можно приступать готовить блины. Рецепт блинов очень прост. Рецепт блинов от Farnax очень прост. Нужен литр молока или около того. Наливаем в кастрюльку, ну, если мы готовим блинчики на природе. Молочко нужно чуть-чуть подогреть, буквально, чтобы оно было градусов 30, не больше. Так, еще дровишек закину. Кстати, очень удобная дверца у печки Sten. На ее внутренней поверхности есть такой язычок, который цепляется за корпус печи. Закрыли, приподняли, дверца захлопнулась.
Я добавляю чайную ложку соли и столовую ложку сахара. Теперь все сбиваем красивым венчиком. Самое время добавить муку. Я добавляю по ощущениям. Ровно столько, насколько будет устраивать меня консистенция теста для блинов. Добавляю по чуть-чуть, периодически помешивая. Я думаю, что граммов 400-500 на литр молока где-то уйдет муки. Осталось добавить только 3 столовых ложки подсолнечного масла. И тесто для блинов у нас готово. Вот. Перед тем, как приготовить блиночки, растопим немного масла. И мы будем смазывать блины, чтобы они не слипались и были очень сытными. Ах, блинчики, да с маслицем. Пару слов о печи Казанок. Она цилиндрическая, это прекрасно вам видно. Сверху можно установить отдельно докупаемую плиту из нескольких чугунных колец. У печи есть дверца, которая открывается кочергой, который входит в комплект. Также прикрываете, она надежно зафиксирована. Поддувало, им можно регулировать степень воздуха, который поступает в колосниковую зону. Да, кстати, колосники есть у этой печи. Сама печь на 4 таких вот надежных ножках. Ножки крепятся болтами к корпусу печи. По бокам есть 2 ручки, за которые можно удобно переносить эту печь после того, как она остынет. Можно убирать в гараж, либо в любое другое место. На задней поверхности колено под 90 градусов, на которое устанавливается модульный дымоход, состоящий из 4 сегментов. Причем на первом сегменте есть еще задвижка. Задвижка, как бы сильно ее не топили, ручка холодная, можно регулировать интенсивность горения, собственно, можно регулировать тягу этой задвижкой. Ну и венчает дымоход зонтик. Предельно просто, но очень удобно и очень качественно выполнено. Респект компании Stan. Свеженький блин подошел, надо его. Не жалеючи, и корочки. Ну вот, друзья, блины удались. Сегодня мы их готовили на природе, на замечательной печи Казанок от компании Stan. Что ж, готовьте, как мы, готовьте лучше нас. Подписывайтесь на канал Farnax Film, подписывайтесь на наши соцсети, там мы будем выкладывать интересные рецепты. Заходите к нам в гости в магазины Farnax, заходите на сайт farnax.ru, ведь там вы можете приобрести эту печь и еще много-много-много чудесного оборудования, на котором вы можете готовить вкусные блюда на природе. До новых встреч! Счастливо!